Добрым утром, Уба! Здравствуй, Элька! Послушай, я вот подумал. Я живу в зиме, ты в лете, Квика в весне. А Чайка где? Вот именно, где? Помнишь, еще Квика говорила, что она читала в книжках про осень? Да-да-да, говорила, вспоминаю. Давай поищем. Вон туда смотри. Вижу, вижу. Давай позовем Квику. Вместе с ней отправимся туда на разведку. С добрым утром, Квика. Мы только что нашли осень. Пойдешь с нами? Как без приглашения? Ни за что. Ни за что? Кто же нам пришлет приглашение, если мы даже не знаем, кто там живет? Ну хорошо, иногда правилами хорошего тона можно пренебречь. Но вообще, они придуманы не для того, чтобы их нарушать. Интересно, кто же это их придумал? Уж, наверное, ты сама, чтоб другим жизнь портить. Не дерзи, Уба. И вообще, я с вами еще займусь на досуге. На чем займешься? Свободное время, Уба. А теперь вперед и будьте предельно вежливыми. Майна! Иностранцы, наверное. Майна! 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 Иностранцы, что ли? А мы уж решили, что это ты, иностранец. Орешь тут на весь лес какую-то ерунду. Не стой под стрелой! Ой! Ой! Вы находитесь на стройке. Попрошу всех соблюдать меры безопасности. Надеть всем каски. Ну а теперь давайте знакомиться. Мальчики, представьте меня. Представление начинается! Фу, противный бегемот. Квика, скажи тихо. Поэт и музыкант. Элька, медвежонок. Умба. Очень приятно. А меня зовут Бобренок Боба. А что это ты такое строишь, Боба? Запруду, Элька. А зачем тебе запруда? У нас у бобров так принято. Это уже 29-е. А зачем тебе столько запруд? У нас у бобров так принято. Мы всегда строим запруды. Что ты заладил? У нас, у бобров. Ты тут, по всей видимости, один бобер на всю округу. У нас, у бобров, так принято. Ну вот опять. Тише, мальчики, не спорьте. Уважаемый Боба, не заблаговолите ли вы выпить с нами чашку ароматного чая в окружении зелени и цветов, что в изобилии произрастает в краях, где имеет честь обитать я и весна, что одаривает нас солнцем и прохладой одновременно, ибо... Вот загнула, так загнула. Да я и сам, уважаемая Квика, порой пишу стихи. Только нам, бобрам, особенно некогда. Стройка – дело серьезное. Поэтому я пишу короткие трехстишья. Вот, только сейчас родилось. Крепкий чай на столе, ветка цветущей вишни. Что еще надо друзьям на закате? Ах, как это тут!
Давайте отдадим клятву, как настоящие друзья. Дружить и всегда помогать друг другу. Вот так. Ой, и еще не зазнаваться.